Каждый человек хотя бы раз в жизни рисовал акварельными красками. Неудивительно, что эта техника распространена во всем мире, от детей до профессионалов своего дела. Эта техника изображения и разновидность изобразительного искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой, совмещая их особенности. Вообще акварель, она является очень популярной техникой сейчас. Проходит очень много международных выставок акварельных. Вот, фактически в разных странах. И это стало доступно. Можно взять работу и переслать ее там в любую точку мира. Акварель в Бресте была популярна всегда. Вот. В общем-то, в акварели работали многие художники, достаточно известные. Белорусский союз художников организовал в Брестском выставочном зале картины художников не только Бреста, но и всей Беларуси. Вместе с опытными именитыми художниками в вернисаже приняли участие и молодые начинающие художники. На эту выставку уже присоединились к художникам брестским, присоединились другие художники из Минска, из Гродно, из других городов, из Барановичей, там, Пинске и так далее. Все они работают в технике акварели. То есть вообще акварель, она очень универсальная техника, то есть, которая имеет очень много возможностей выразительных, технических возможностей, связанных с качеством бумаги, с красками, с приемами определенными. Вот, она доступна, начиная там с учащихся, например, школ искусств, учащихся средних учебных заведений и заканчивая очень опытными художниками, которые уже давно работают в этой технике. Вы знаете, это 4-я республиканская выставка в городе Бресте в 22-м году. Мы завершаем, так сказать, этот цикл выставок акварельной выставкой. Большое собрание. Лучшие графики. Выставка конкурсная была. Лучшие графики представляют цвет на Брещине. Прекрасные работы ведущих мастеров, как и Брещины, так и всей нашей республики. Акварель предполагает легкость, изящество, нежность, некую размытость образов. И все это зритель ощущает при первом взгляде на работы. Некоторые находят в них знакомые очертания. Первые посетители выставки уже поделились своими впечатлениями от увиденного. Вы узнали, что открытие выставки, вот, и решили, да, решили посетить. Акварель вообще превосходно, очень нравится. И вдруг заметили... Да, что-то очень знакомое, дома знакомые. Смотрю, так это ж магазин «Санта», а наверху мой балкончик. Обычно он летом в цветах, а это зимний пейзаж. А другие еще посмотрели? Нет, мы только-только-только, да, зашли. Акварельная живопись многогранна. Благодаря свойствам красок можно показать всю необычность окружающего нас мира. Виктор Данилов, художник из Минска, привез на вернисаж серию картин, в которых отображена архитектура Беларуси и России. Мои работы – это прежде всего памятник архитектуры Беларуси и России. В данном случае работа называется «Стражники мира». И здесь мир идет с большой буквы, потому что мир это означает вообще мир и мирский замок. Вот. А стражники, деревья всегда рождаются и погибают, наверное, с человеком, от человека. И для человека они живут. На открытии выставки пришло много молодежи, что говорит о том, что этот вид искусства живет, развивается и привлекает новых и новых творческих одаренных людей. Продлится выставка до 1 октября. Прекрасного зрителя, чтобы люди ушли наполнены сердцем, теплотой, чтобы на душе у них была такая же прекрасная атмосфера, как у нас на улице. Вот, всем здоровья и радости. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.